Каждый год где-то 3 или 4 уроков или классов в разных там бизнес, entrepreneur или не знаю, как это слово на русском. Но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу, и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы всегда разговариваем на английском, потому что намного легче. Уже, если ты здесь живешь несколько лет, как бы твой мозг адаптируется думать на английском. У тебя легче говорить свои мысли на английском. Но по-любому я никогда не забуду...